Всем привет, дорогие друзья, это магазин yemak.by, меня зовут Игорь, и сегодня со мной... Павел, добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня мы будем тестировать два устройства, это Nikola 100 Volt Plus и Godway Monster версия 3. Я взял себе монстра, пускай это будет для вас сюрприз, а Паша взял, соответственно... Nikola, собственно, это сюрпризом ни для кого не станет, потому что для меня Nikola лучшее колесо, я считаю его одним из лучших, и поэтому я ее себе приобрел. Но ты же Thunder продал еще. Да, я продал Thunder и не жалею. Вообще, совсем. Здорово. Слушай, ну давай пройдемся по колесам. Почему ты решил все-таки выбрать себе Nikola? Вот знаешь, Игорь, Nikola для меня это скорость. Это скорость, это самолет, который взлетает, который берет огромную, высоченную планку скорости и держит ее без каких-либо колебаний. Именно поэтому я взял себе это колесо. Это мощь, при этом обрамленная красивой стильной оберткой. Почему я взял себе монстра? Потому что я вешу 130 килограмм, и это самое лучшее колесо, которое подходит под меня. Оно меня вытягивает, на него особо топить не надо. Может быть, я еще мало на нем катаюсь, но оно мне очень понравилось. Да, Игорь, ты прав. Чтобы нажать на монстра и заставить его разогнаться, нужен достаточно большой вес. Я давным-давно уже говорил, что Nikola не совсем нравится своим дизайном. Я вообще, наверное, единственный человек, который не воспринимает Nikola как какое-то искусство. Мне нравится больше вот такой вот квадрат, как чемодан. За что тебе понравилось вот Nikola? Знаешь, Игорь, это отличие, оно очень интересно смотрится. Почему? Она обтекаемая. Это те самые круглые колеса, которых на самом деле немного. Вот InMotion в основном по круглым колесам, а тут Godway выводит модель, которая, она абсолютно круглая. Это такая красивая радужная таблетка. Ну, как бы, мне нравится больше то, что он более квадратный. Рубленый такой, резкие углы, такой более агрессивный. Да. Покрышка 22 дюйма тоже для меня очень нравится. Сейчас люди на меня смотрят, что большим кораблям большое плавание. Поэтому я уже не смотрюсь как огромный человек на маленьких колесах. Я смотрюсь как большой человек на большом колесе. Ну да, когда ты ездил на 16X, это было очень заметно, потому что такой большой X такой маленький, тебя тянет такой маленький чемоданчик. Касаемо подушек на Godway Monster версия 3, сразу чувствуется небольшой дискомфорт. И это, к сожалению, обманчивое чувство для многих. Многих сразу это колесо отталкивает, потому что на нем неудобно стоять из-за подушек. Но это проходит буквально через 2-3 дня. Вы к ним привыкаете, они тоже уже становятся как влитые, как продолжение ваших ног. Как бы дискомфорт исчезает. Дело привычки. Что скажешь по своим подушкам? Подушки на Nikola – это для многих головная боль. А для многих, собственно, огромное преимущество. Почему? Они достаточно сильно выпирают. И вам это также будет доставлять дискомфорт. Притом, как бы вы их ни наклеили, вы будете чувствовать, как они упираются вам в ногу. Но это плюс. Вы к ним привыкаете, и вы понимаете, что этот упор – это возможность контролировать колесо. Это возможность схватить колесо коленями и натопить, нажать или резко остановиться, повернуть на большой скорости. Подушки Nikola позволяют вам очень хорошо и эффективно оперировать колесом во многих ситуациях. Также идет зарядка 5-пиновая, 100-вольтовая, которая, кстати, подходит от Nikola к монстру и от монстра к Nikola, то есть они одинаковые. Также хочу сказать, что эта зарядка, она 3-амперная, и она считается быстрой. Она любой девайс Godway заряжает за 6 часов. По педалям. Педали у нас в двух устройствах тоже, по-моему, разницы особо не увижу. Да, они одинаковые по площади абсолютно. Касаемо поворотов, я уже привык к монстру, и здесь закладываешь поворот, у каждого технология своя поворота. Мне удобнее поворачивать теперь уже на монстре, наклоняя телом. То есть ты чувствуешь, что его наклоняешь, оно плавненько начинает поворачивать под тобой. Но мне нравится сама плавность монстра. Для меня теперь это фаворит. Ну да, я в этом плане с тобой согласен. Монстр это такое курсовое колесо. То есть на нем не хочется лететь очень быстро, на нем не хочется гнать. Его хочется взять, поставить под себя и поехать куда-то далеко. То есть не быстро, не спешно наслаждаясь самой поездкой. Nikola в этом случае колесо более дикое, его хочется втопить, ну лично мне, хочется нажать на него, разогнать и просто лететь, стремительно парить над землей. Касаемо поворотов, наверное, у Nikola немножко другая техника, ввиду того, что колесо меньшего диаметра и немножко другой центр тяжести, то есть ее проще вести коленями, ну потому что не чаще всего приходится упор. Монстр более плавный в этом плане, его можно заваливать, грубо говоря, как и корпусом, так и, собственно, тоже коленями, можно комбинировать техники. Плюс у монстра больше инерционный потенциал, у него больше инерции, у него больше гироскопический момент. Поэтому тебе с твоим весом гораздо проще будет поворачивать монстра. Мне же, чтобы его повернуть, нужно заваливать всем корпусом. То есть, если вы весите там 70 кг и хотите выбрать себе монстра, будьте готовы к тому, что колесо на высокой скорости будет сопротивляться. Также мы решили проверить
два моноколеса, сделать такой небольшой тест-драйв для того, чтобы вам было проще выбрать, какое колесо лучше подойдет для вас именно. Потому что вес райдера и разные дорожные покрытия, разные тесты, они открывают потенциал того или иного колеса, и вам будет свой выбор уже проще. Много информации ходит в интернете, в том числе на форумах, о том, что Monster не заезжает на горки, плохо заезжает на горки. Мы сегодня с Павлом этот миф развеяли. В принципе, я вообще боялся его продавить, но Паша сказал, что не бойся, не продавишь, все, топи вперед. Вы знаете, даже не напрягаясь, я просто осторожничаю, я стараюсь не лихачить, стараюсь быть всегда аккуратным. Тем не менее, я сегодня надавил на этого монстра, и он без проблем меня поднял по пандусам. То есть, многие говорят о том, что монстр просто либо останавливается на горку, либо его очень сложно затащить. Ну, на самом деле нет. Как можно видеть на видео, заезжаю я без особого труда. И Паша тоже на монстре, на моем, со своим весом тоже заезжает. Единственный момент, который отличает эти заезды, Паша становится на носочки для того, чтобы была больше нагрузка. Паша, я так понимаю, из-за этого, да, на носочках? Да, то есть мне банально не хватает веса и каких-то упоров на морде для того, чтобы на него надавить. На той же Николе у меня есть упоры в коленях. Ну, на монстре я этого не чувствую, но говорю, опять-таки, вес и райдер. Монстр — это колесо, как мне кажется, для людей 90 кг и выше. Для легких людей оно не совсем подходит. Я бы сказал, даже от 100 кг и выше. Ну, может быть, я ошибаюсь. И съезжает с пандусов это колесо тоже без проблем. И ничего не продавливается, и оно тебя держит, в принципе, уверенно. Опять же, к нему желательно все-таки привыкнуть, чтобы его понять. Его, если взять, вот день покататься на нем, не факт, что вы поймете, надо оно вам или нет. Его надо дня два обкатать для того, чтобы привыкнуть вот к нему. Никола заезжает на пандусы лучше, чем монстр. На него не надо сильно давить, на Николу, она резвее. Я думаю, что вот диаметр колеса лучше крутящий момент. Да. Двигатели у них одинаковые? Абсолютно, то есть тут даже вольтаж одинаковый. Но суть Николы в том, что у него колесо 17 диаметра, но вообще 16, но толстая покрышка позволяет, если смотреть по ободу, получится 17. И суть в чем? Когда ты давишь на Николу, она действительно резвее, ввиду того, что крутящий момент набирается гораздо быстрее, ввиду меньшего диаметра. То есть скорость доходит гораздо быстрее, импульс доходит тоже гораздо быстрее. И ты буквально залетаешь на пандусы. Это не значит, что монстр хуже. Это значит, что у них разная динамика, именно ввиду диаметра. Также мы решили протестировать два этих устройства по, скажем так, легкому бездорожью, там, где есть ямки, там, где земля. И честно скажу, мне вообще было страшно подниматься на монстре, потому что я вот там уже я подумал, что я его реально продавлю. На самом деле нет. Меня вытянул на горку, поднял, я осторожничал, он меня поднял на маленькой скорости, я не чувствовал там, что он там как-то сильно напрягается, я просто осторожничал. Никола, да, Никола заперла меня как бы без проблем, тоже я осторожничал со своим весом, но повторю, что монстр у нас идет до 150 килограмм, поэтому это колесо, на это колесо я больше давал надежду, что я заеду на эту большую гору. Как бы Игорь всегда что-то сторонничает, тем более это новое колесо, и он старается его сразу не убить, старается его сразу не повредить. Плюс, как бы, горький опыт эксплуатации 16-го икса. То есть были у тебя, насколько я помню, моменты с ним не очень хорошие связаны. Ну, были, попросили, дай проехать. Ну, на, проезд, разогнался и упал человек. Ну вот. И разбил колесо. Вот, собственно, такие проблемы были. То есть, а так, как бы, поэтому может показаться, что, как бы, Никола более тяговая. Но, на самом деле, особых гигантских отличий в этом плане нет. Ну, я почувствовал отличие. Никола меня затянула вообще без проблем. Ну? Вот я, для меня непривычно было заезжать на монстре на большую гору. Однако мы разрушили стереотип того, что монстр не едет в гору. Кстати, по поводу торможения, монстр реально тормозит плавно. То есть минус этого колеса в том, что у него нельзя применить экстренное торможение из-за покрышки диаметра, опять же, я так подразумеваю. Да. Я просто боюсь продавить его на торможении. Это, наверное, такой существенный минус. Один из главных и существенных минусов монстра. Зато на Николе можно затормозить так, что некоторым самокатам он даст фору. Да. Кстати, на Николе действительно можно резко тормознуть, буквально свиститься за колесо, и она тебя выдержит. Но, опять-таки, здесь у любой монеты есть две стороны. Плавность монстра во многом позволяет тебе более аккуратно регулировать скорость. Никола же может очень резко отреагировать на малейшее давление вперед и назад. Ты нажал, и она тебя унесла, а ты не был готов. То есть здесь тоже нужно быть аккуратным и правильно распределять давление на колесо, правильно понимать, как оно будет себя вести под вами. Мы попробовали съехать с бордюров на одном и том же колесе. Я скажу, мне было немножко страшно со своим весом спрыгивать. Я приятно удивлен.
А первое и второе колесо для меня, Никола и Монстр, они съехали без проблем. То есть я не почувствовал каких-то сильных ударов, скрипов, отдачи по ногам. Все мягенько. Может быть, сдемпфировал правильно ногами. Но, тем не менее, два колеса съехали идеально. Монстр немножко, конечно, получше, потому что он же мой. Да. Оба колеса сработали весьма неплохо на этих бордюрах. Почему? Потому что у них достаточно толстая покрышка, которая демпфирует неровности. Даже огромный бордюр, который может резко попасть у вас на пути. Бывает такое. Вот вы едете, у вас ровный красивый грунт, бац, бордюр. Такое иногда случается. У тебя уже в Николе ручка версии 2, по-моему. Да, это уже идет новая ручка без пружины. У нее, в чем отличие? Собственно, новая ручка, она чуть ниже расположена, но при этом гораздо более легко раскладывается, складывается, и там нет пружины, которая со временем может износиться, то есть у него увеличена срок службы. Вес монстра составляет 32 килограмма. Вес Николы составляет 26 килограмм. Пластик у них по качеству пластика, у монстра в принципе неплохой пластик. У Николы в принципе такая же штука, но у нее больше превалирует этот прозрачный затемненный пластик затемненный. Педали у нас поднимаются в монстре и крепятся на магнитах. На Николе та же самая система, педали Николы тоже крепятся на магнитах. Датчик подъема отсутствует, но есть кнопка блокировки. Да, на Николе также имеется кнопка, но это не кнопка, это пластина. Вы ее зажимаете, и, собственно, у вас тоже проходит блокировка моторов. С моим весом на монстре я проезжаю около 60 км на одной зарядке. С моим весом и, повторюсь, с моим режимом езды под максимальной скоростью 65 км в час я проезжаю на Николе около 80 км. Друзья, ну, показали то, что могли, рассказали все как есть. Спасибо огромное за просмотр. Напомню еще раз, меня зовут Игорь. Меня зовут Павел. С вами был магазин yemak.by. Делитесь своим мнением, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока.